Здравствуйте, друзья! Вон там я в витрине стою, в спортивном костюме, уже в пальто, с рюкзаком. Давно забытая локация. Я сама одна приехала в Глобус. Почему одна и сама? Потому что мы теперь с дочкой живем не рядом. Я доехала на такси и стою, ее жду. Она сейчас должна подъехать и пойдем в Глобус. Скорее всего. Грудка хотя бы с 500 рублей до 350 в среднем опустилась. Я, если честно, хотела... Раньше продавались такие запчасти, которые назывались окорочка куриные, вспомнила. Теперь таких запчастей нету. Теперь только отдельно голень и отдельно бедро, а это я не хочу. Поэтому пойду курицу целиком посмотрю. Вот здесь вот отдел, привозят с ферм кур, и по более каким-то у них низкие всегда здесь цены. 184, 189. 219, 156, ну вот 156 и возьмем. Подошла к мясному отделу, даже снимать не стала. Как говорится, упала в обморок и это, и больше не поднялась. Я последнее время страдаю по соленому. И вот хотела бы что-то такое себе купить, чтобы в холодильнике было. Я люблю вот такую вот всякую, ну как сказать, более сухую рыбу. Ее можно без хлеба, без картошки, без всего. Вот просто так кусочек съесть и удовлетворить себя в потребности соленого. Ну что-то мне тут ничего... не нравится. Надо, наверное, из грудки куриной опять сделать балык дома. Ой, рыбная акция сегодня только на скумбрию и на хвостовую часть лососевых рыб. Хвостики 979, в общем, 980. И скумбрия 190. Скумбрию я покупать боюсь, потому что, если честно, я ее готовить не умею. Готовила только копченую. Можно взять одну, но я боюсь, потом выкину. Не хочу просто так деньги тратить. Ну что, пойду в овощной. Народу сегодня очень неудачный день, очень-очень. И не поснимать, и толком не это, ну, к товару не подойти. В овощном я даже снимать не стала, но так что картошка сейчас по 19 рублей. Фрукты, овощи я себе взяла сезонные фрукты. Хотела нектарины, я их люблю. И персики люблю, и нектарины. Посмотрите, какие красивые, да? Но они, вот, и персики очень красивые, цена. Ну, как для Москвы, я считаю, приличная, да, но они абсолютно зеленые, совершенно. Азербайджанские персики, как камень, убить ими можно. Тут кто-то набрал и вернул. А я взяла вот эти вот
сезонные сливы, вот эти вот, они по 59, по 60, в общем, рублей. Там я на 100 рублей килограмма 2, наверное, набрала. Дома вымою, переберу что-то на, как называется, апельсины по хорошей цене, но они страшные до невозможности. Это у меня телефон так новый красиво показывает. Зелень не подешевела. Лисички, думала, что вдруг они к осени подешевели. 750 рублей. В общем, грибы, если надо, куплю у себя в Пятерке. Зелень, даже глобус свою собственную продукцию почему-то стал дороже продавать. Не знаю, для меня это какой-то легкий шок. Ни помидоры, ни огурцы я не брала, потому что огурцы мелкие очень страшные, а крупные, ну простите, крупные мы зимой наедимся. Так что сливы я себе купила. 10 картошин купила, потому что она выглядит как свежая. И немножко зелени, чуть-чуть лука. И ассорти зелени, если буду мариновать сливы, то она мне пригодится. Там укроп, петрушка. Я тут. Так, я пошла чай. Ты думаешь, это ты недорого стоит? Взвесить, да и все. Ты какую, торпеду или кругленькую? Наверное, торпеду. Только какую выбирать, чтобы она была спелая? А, это наугад. Говорят, понюхай, если будет хорошо пахнуть, то... Будет странно выглядеть, если вы представляете. А что, давай я обнюхаю. Так, мы выбираем торпеду. Но я бы все-таки пожелтее купила, наверное. Воняет, как от кошачьего туалета. А, это они обработаны, они всегда кошачьим саньем пахнут. Их чем-то обрабатывают. Я так думаю, что мочевиной и обрабатывают. Дыню мы не выбрали, фермерские по 83 рубля, вообще очень-очень страшные. Эти, какую не выберем, мы вот эту маленькую хотели, видите, у нее пятно гнилое. Вот там еще есть одна небольшая, у нее тоже, я думала, это пятнышки, а оказалось, что это, ну, как сказать, ну, продавливается насквозь гнилое. А эту, она... Ну, судя по названию, должна быть как бы местной, но я имею в виду отечественной, не привезенной. Но они тоже такие страшные, все гнилые. Поэтому мы решили у меня рядом в магазине, в угловом, там часто разрезают и продают, продают не целиком. Я там себе арбузы покупаю. Где же чай? Пошла я чай смотреть. Уверенным шагом шагаю. К Ахмату здесь зеленые чаи. Здесь вот мой Ахмат. Мой Ахмат. Маленький 219. Что я покупала вместо Ахмеда? Все время забываю. Принцессу я покупала и райскую птицу. Ищем. Принцесса Нури, оранж пико, оранж. А нету, что ли? А какой я покупаю? Оранж пико, вот он, цейлонский пико, тоже 299, а вес, ну здесь 250. Беру, да? 250. И где птица-то, райская птица? Псиса, ты где? А мой 200 граммов стоит 390, ну 400. Там, видите, 99 копеек. Они на этот, на американский лад, когда 99 центов, окажется, что... Так. А смотрите-ка,
Сейчас я рассмотрю и вам покажу. Обманулась я, отсвечивает, да? Думала, что здесь Orange Pico написано. Нет. И он по акции 226 рублей за 200 граммов. Нет, я брать не буду. Ну вот, райская птица. Пико 100 грамм 159 рублей. Ну, беру в запас, пусть будет. Не я одна пико беру. Сегодня я... А, кстати, сегодня скидки на все эти средства, но я их не беру. Нету, да, бумаги по акции? Я в пятерочку. Угу, я тогда тоже. Так, и пошла я искать мыло для пола. Ладно, чистилка для туалета пока переждет. Хотя вот есть белизна гель. Это не та. А вот на эту ценника нету. Без ценника не хочу. Так, средство, средство. Вот он. Для пола. Ну, сейчас тут женщина отойдет, потом я. Резиновая, а это пластиковая. Здесь сегодня невероятно сложно. Да. Ничего не нахожу, придется... А нет, смотрите, есть хелп по 99. Так, сине-зеленый, 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 сине-зеленый. В общем, беру любой. Зачем я сюда забежала? Возможно, мне здесь что-то надо. Ну, я бы взяла для посуды. Ну, просто если по таким ценам, то лучше я, конечно, возле дома куплю. Зачем отсюда это все волочь? Тем более, как я говорю, что у нас сейчас не самая простая ситуация. Ну вот разве что экосоду эту взять. Мне не нравится, что она синяя. Меня раздражает, когда я посуду мою с... Но у этой экосоды плюс в том, что у нее нет запаха вот этого. Как гель для душа. Возьму. Вот он, help, и я его возьму. Приглашаем команду «Глобус» в поворот. Сколько здесь? Комплектовщиков и приемщиков товара. Мы гарантируем стабильную зарплату. 1 литр. 10% скидку на все товары «Глобус». Обучение и карьерный рост на любой позиции. Все актуально. «Босиком по траве» называется. Мне какой-то надо маленький порошок взять. Ну, чтобы у меня сейчас не накапливалось ничего дома. Как же я совсем в этих порошках, в коробках не разбираюсь. Color, это для цветного. Мне нужен для машинной стирки и универсальный. Color.
ничего. Кашемира, что такое аквапудра? Создан для кристальной чистоты без разводов. Ну, наверное, его и надо брать. Ну, хорошо, возьму. Какой-то неудачный у нас сегодня поход. Что-то дочка моя не в духе. Ой, какая красивая каланхоя, прелесть, да? Желтая, оранжевая, красная. Цикламены. Кактусята. Пойду дочку искать. Какой красивый островок здесь. Прелесть. Цветочки, цветочки. Все хочу. Ну все, мы затарились. Я не могу сказать, что я как-то очень довольна. Ничего такого толком я не купила, но я рада, что я купила дешевую химию. Дочка зачем-то еще в зоомагазин побежала, наверное, какие-то то ли витамины, то ли лекарства докупить. Я пока... У меня пока там нету вроде никаких надобностей. Вот, очень шумно, очень много народу, очень нервно. Последнее время у меня глобус по внешним ощущениям вызывает отторжение. Я думала, что я, ну как... В прежнее время, так скажем, просто присытилась им и думаю, вот прошло время, я так обрадуюсь глобусу, как бы там ни было, магазин хороший, качество здесь всегда на высоте, но нет, так у меня и осталось ощущение, аура такая негативная, очень в магазине нервная. Экспозицию поменяли в этом, в ну не хозяйственный, а как называется посудный отдел. Смотрите, какая, ну для чего вот эта банка? Сок забродит, не знаю для чего. Просто водичку, наверное, налить, кто пьет комнатной температуры. Нет, в этот раз мне ничего не нравится. Чайнички как стояли, так и стоят. Единственное, появились кофейнички. А чайники так и стоят. Пресс. Кто пресс? Пресс, пресс. Френч пресс. Тяжело стало с моей памятью. А я всегда здесь любуюсь цветочным отделом. И у меня всегда вопрос. Ну, хоть... За месяц хоть одна покупка бывает. Туда, конечно, заходят, там любуются, там очень все красиво. Но я ни разу не видела человека, вышедшего оттуда с букетом цветов. А у них хорошие, красивые букеты, и очень дорогие. Мы все-таки пришли покушать. Сейчас... Что-то будем решать и выбирать. Типа окрошки, но на кефире. Я такое не хочу. Есть арбуз с дыней, ананасы, киви. Коктейль. Это на кефире окрошка. Ну, сейчас что-нибудь решу.
прям ничего нет. Здесь опять одна морковь. Салат Глория, в общем, из крабовых палочек. А здесь можно собрать себе, ну, типа Цезаря, но я не представляю, как такими этими кусками можно собирать. В четверг особо много голодающих. Мы еле нашли, где присесть. Ни одного места нету вообще. А у меня сегодня шаурма с этой самой, с Петербурга. Мечтаю в Москве попробовать шаурму. Дочка, как всегда, шпинатные блины. Они реально очень вкусные. Я компот. Очень мне нравится у них компот вот этот вот из сухофруктов. В меру сладкий, очень насыщенный, так что все. Приятного нам аппетита, а мне приятной шаурмы. 100 лет я не снимала обзор покупок, но сегодня просто у меня было 2 магазина, и я решила немножечко зафиксировать, потому что проще потом ориентироваться мне самой. Что дорожает, что дешевеет. Вот. В общем, это не из Глобуса, это из Пятерки. Я потом, как мы приехали, пошла в Пятерку, потому что, во-первых, я в Глобусе теперь не покупаю яйца, они там дороже, чем в Пятерке, а в Пятерке красная цена, но только вот этот вот СО, сорт отборный, вот, они такие приличные, крупные, соответствуют, видимо, все-таки заявленному этому сорту, и я не покупаю в Глобусе сливочное масло, да, вот, это практически у меня, да, все абсолютно, нет, сухарики без акции, остальное все по акции, иначе я бы это не стала покупать. Значит, купила я себе вот бездрожжевой хлеб. Я, к сожалению, такой хлеб не люблю. Я люблю очень-очень-очень черный, но не бородинский. У нас он пропал из продажи. Я хлеб кладу в холодильник, и он у меня там лежит, я не знаю, неделю, две, три, можно даже и в заморозку, если в нем нет необходимости. Иногда у меня бывает такое, что, ну, вот сил нету, хочу хлеба, и тогда, ну, в принципе, у меня всегда есть хлеб, точно так же, как у меня всегда есть майонез, хотя я его не особо уважаю, но тем не менее. Вот. Значит, сливочное масло было по акции, так оно у нас чё-то, а тут по акции было 139 рублей, в общем, 140, да. Эти и яйца, красная цена, я, к сожалению, не знаю, сколько стоят, но они точно стоят дешевле, чем в... сейчас, секунду. Да что ж такое-то? В общем, друзья, буду считать, что они стоят примерно вот. Нашла, ура. 60 рублей 86 копеек, во как. В общем, 61 рубль стоит. То есть, если 2 десятка, как упаковывают в Глобусе, то это 122 рубля. Там по такой цене найти яйца теперь невозможно. И я теперь покупаю 1 десяток, так как яйца у меня летели, когда я на диете Магги, а так я не особый любитель вот ежедневных утрешних яичниц. Как-то вот, ну вот так вот. Вот. Поэтому я покупаю десяточек, и мне этого вполне хватает на какое-то неопределенное время. Все остальное по акции, абсолютно. Лук зеленый, так как здесь достаточно много, и он у меня очень хорошо хранится, тоже по акции, по-моему, рублей 49, и там целых 100 граммов. Это очень хорошо.
Мята тоже по акции 69 рублей была, поэтому я ее взяла. Обычно она стоит 100 рублей. Сметана, я ее всегда считаю вот хорошей фирмой, вот эту Росагропром Экспорт. Не знаю, что я наговорила. В общем, вот этот вот Росагро Экспорт, я ее всегда считала хорошей, но она у нас дороговато тоже была акция, акция именно на 15%, поэтому я ее купила. Пусть будет, если не расходуется до срока, тогда что-нибудь с ней сделаю. Допустим, печенку потушу в сметане. Единственная моя очень дорогая покупка — это вот эти сухарики. Сил нету, как мне захотелось. Посмотрела, они стоят 100 рублей, представляете? Сухари, батон с изюмом высушенный и посыпанный сахарком стоит 100 рублей. Ну, вот так вот. Это мне надолго хватит. Я примерно там один сухарик с чаем под, как сказать, под хотенье, да, когда вот, ну, сил нету, хочется. А у меня такое бывает. Как я вам говорила, я очень сильно люблю... Для меня конфеты, торты и прочее — это все ерунда. А вот выпечка, ну, в общем, мучное, поэтому мне очень тяжело всегда дается жесткое соблюдение правил питания. Сейчас я вам говорила, вообще не соблюдаю. От слова совсем. Так, помидоры вот такие вот называются. Розовые тоже были по очень большой акции обычно. И тут, кстати, 700 граммов целых. Почти килограмм. Вот, мне этого тоже надолго хватает, потому что, ну, вот я сегодня, допустим, порежу помидорку с зеленым луком, вот. И, ну, не тянет меня сейчас, огурцы вообще не покупаю, не тянет меня сейчас на овощи почему-то. Мне сейчас фрукты. Все сказала, да? А, нет, вот, три персика, они у меня на 50 рублей получились, они 89 рублей. Почему три штуки? Потому что я три штуки нашла мягкие, достаточно спелые. Вот сейчас вижу, что нашла один с этим, с пятнышком. Вырежу и прямо сейчас съем. Не хватает мне очень сильно фруктов. Арбуз, который более-менее регулярно покупается, почему-то не восстанавливает потребность во фруктах. И купила Папию, это моя любимая фирма туалетной бумаги. Считаю ее намного лучше, чем... Зева почему-то была по очень-очень большой акции, аж 179 рублей вместо 300, ну, в общем, давайте скажу 300, ну, чтобы там сказать, Папия, не знаю, наверное, бесполезно искать, они же цену предыдущую не пишут, да, ведь? Вот, Папия... Нет, только написано, по какой она цене, 179,90, соврала я. Ну, в общем, 180, а так она по 300 с чем-то рублей. Поэтому, естественно, я ее схватила. Туалетная бумага – это одна из моих трех таких вот, как вам сказать, трех предметов, на которых я могу циклиться, и если у меня они подходят к концу, у меня может начаться даже какой-то нервный стресс. Это первое, это мыло для посуды, второе, это туалетная бумага, и третье, да, на третьем месте, моя дурная привычка. Но первое, это мыло и туалетная бумага. Не знаю почему, но у меня именно так распределяется. Ну вот, что я докупила в пятерке. Покупка у меня была на 930 рублей. У нас очень долго не обслуживалась скидочная пятерочная карта, поэтому у меня там накопились очень-очень большие бонусы. Но списывают всего по 200 рублей, поэтому мне вот эта вся покупка обошлась в 630 рублей. То есть бумага практически у меня даром получилась. Вот. И сейчас покажу, что я привезла из Глобуса. Вот я свалку тут... А, батюшки святые, я дочкину картошку забрала, она, видимо, тоже покупала картошку, ёлки-палки, ну вот, ну что делать, завтра с ней встретимся, отдам картошку.
смех, да и только. Значит, вот дочкина картошка. Вот моя картошка. Картошка была по 18 рублей, поэтому почти 2 килограмма 35 рублей. Хочу или драники, или просто пожарить картошки. Скорее всего, драники. Это, как я вам говорила, что я люблю, чтобы у меня всегда был майонез дома. Ну и мне иногда пригодится, и... Ну, если кто-то вдруг придет. Кстати, масло я покупала не в глобусе. Я забыла посмотреть масло в глобусе. Мы заходили с дочкой в магазин «Верный». Там нам надо было кое-что подкупить, чтобы мы к сыну тоже моему заезжали в клинику, чтобы... ему передать какие-то вот эти вот продукты. И я тут вспомнила, что не купила в глобусе подсолнечное масло. Но в этом магазине «Верный» была тоже акция. Но такая акция, что... Ну, в общем, я схватила, потому что мне надо. Я пользуюсь растительным маслом. Это 129 рублей. Я надеюсь, что это хоть литр. Да, 1 литр. Не 900 миллилитров. Моя главная цель была это вот хозяйственные вот эти вот дешевые средства. Я купила то, что и хотела. Это ополаскиватель, это мыло для пола. Мыло для пола потекло, не знаю, видно, не видно. Но из пакета очень сильно пахло. Вот, не проверила я крышки. Это мыло для посуды, и это маленькая коробочка стирального порошка. Не хочу сейчас покупать большими упаковками, потому что у меня грядут кое-какие перемены, я не хочу делать никакие запасы. Второе обязательное, что я, зачем я ездила, это поискать хороший, но относительно дешевый чай. Я вам показывала, я купила принцессу Нури Пико, она 299 рублей, но зато 250 граммов. Мой чай 200 граммов, 399 рублей. Так что от моего чая без акций я отказываюсь. И вот такой чай «Райские птицы», я вам цену показывала, по-моему, 159 рублей, что ли, здесь 100 граммов. Но я его покупаю в запас, если мне не удается. Тоже Пико написано, черный чай Пико. Если мне не удается купить вот эти листовые чаи, он такой полугранула, как бы лист слегка свернутый. Вот, то есть мои две основные цели выполнены. По-моему, мне пока больше из... Нет, ну, неплохо бы подкупить, я вам говорила, что унитаз я исключительно чищу гель белизна. Не белизна, который для отбеливания, а называется гель белизна, по-моему, 3 в 1 там написано. Это действительно такое гелевое густое средство, и у меня... мой вот этот налет от жесткой воды очень хорошо, не знаю, как ее называют, кто ржавчина, но это не ржавчина, это налет от жесткой воды очень хорошо смывает. Простите, сейчас я быстро уже заканчиваю. Увидела по акции и свежий я посмотрела на срок годности и срок изготовления. Это единственный шоколад, который я ем и который я люблю. И если он свежий, я способна вот эту вот маленькую плиточку съесть за один раз. Вот настолько он мне нравится и настолько он все еще сохранил свое качество шоколада. У меня такое ощущение, что он пока еще натуральный. Вот. Дальше что? Ну, это просто у меня закончился лук. Это я вам говорила, что я взяла вот этот набор, он пригодится мне, и чеснок тоже, он мне пригодится, если я решу мариновать сливу. А слива, вот, я купила почти 2 килограмма, она там была по 49 или... Да, примерно так, нет, по 59 рублей, по 60 рублей, вот, почти 2 килограмма на 103 рубля, помою, разберу, та, которая спелая, мягкая, пойдет мне в еду,
А та, которая, ну, как бы жесткая, да, я сделаю или соленую, ну, квашеная, соленая, не знаю, как правильно называть, или маринованную, когда с добавлением уксуса. Поэтому пойдем с Бэби гулять. Мне надо еще листики смородины и листики вишни сорвать. У нас есть возле дома, за домом кустик смородины. А перед подъездом есть вишенка. И вот купила, дочка очень хвалит вот эту фирму Авида, как производитель молочных продуктов. Я купила на пробу ряженку вот эту вот литровую, потому что она тоже была по акции. То есть у меня вот этот литр получился на 109 рублей. Да? А если я три баночки... Ой, я вам показывала, какая мне нравится ряженка «Домик в деревне», вот, то получается 3 баночки 120 рублей, да, и то это будет не литр. Вот, уже открыла, попробовала, нет, лучше «Домика в деревне» ряженки нет. Конечно, я ее выпью. И вот там лежит курица, я вам тоже показывала, что я ее выбирала, она... Чуть больше 2 килограммов, надо решить, буду я ее на фарш перегонять или разберу и на запчасти и заморожу. Вот и все, все мои покупки, собственно говоря, на сегодняшний день. Это, ну как вам сказать, достаточно приличная сумма, потому что у меня очень дорогие чаи. 300 и 150, это значит на 450 рублей только 2 пачки чая. И что? Ну и курица, как бы там ни было, но она больше, чем на 300 рублей, примерно около 400 рублей одна курица. Вот. Ну и так вот тоже вот по все по мелочи, по мелочи, по мелочи, по мелочи. То есть мясного я практически вот кроме курицы ничего не купила, но я вам говорила, у меня была цель чай и химия. Все, друзья, мне надоели эти магазины, мне надо... В 3 магазинах я сегодня была, елки-палки. Я в этом смысле вообще не шопоголик. Эти продуктовые магазины меня, они вымораживают. Все, друзья, спасибо вам огромное, что сегодня съездили с нами в Глобус, немножечко там посмотрели, что да как. Надо опять возобновлять доставку, тем более, что сейчас такая конкуренция, что многие фирмы предпочитают оформлять бесплатную доставку, если ты там набрал от какой-то суммы, а я думаю, что вот с этими покупками я вполне уместилась в сумму, которая, как это, которая гарантирует бесплатную доставку. Потому что если все собрать, что я в 3 магазинах купила, оно то на то и получится. Ой, и еще не похвалилась. Вот такой вот за 109 рублей я купила пилинг-скатку. Хочу попробовать подлечить, нет, не пятки, хочу попробовать подлечить мои локти, потом покажу в отдельном видео. Фух, да не подлечить, а привести в порядок. Все, друзья, спасибо еще раз, будьте здоровы. Опять надо отучаться, будьте здоровы. Берегите себя, берегите своих близких, пусть у вас все будет хорошо. И сохраняйте хорошее настроение и расположение духа. Все, пока.